Отходите, 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 родители, убирайте ребятишек подальше. Собаки, собака, собака плохая. Родители, убираем детей от сцены. Гражданку, шапку, и с ней гражданина кота, когда проживает собака, не в утке, когда у нее... Вот чей ребенок в красной курточке ходит? Вот родители, ребенку за ними детьми. Достаточно опасны, собаки будут кусаться, ну, поэтому отходите. Гражданку лошадку, и с ней гражданина кота, когда у собаки есть будка, филиска, ошейник, улай, живут без осилиска. Каждому ясно, что эта собака не круглая сирота. Конкурс «Кусачка» будет проходить в два этапа. Значит, первый этап называется «Воришка-трусишка». Это калитка, это дом. Вы сидите здесь, собаку привязываете сюда, ложите вещь, говорите команду «Охраняй». Я даю команду помощнику. Помощник заходит в калитку, пытается взять вещь. Если собака его облаивает, воришка-трусишка убегает, вы проходите в следующий тур. Если собака не облаивает, воришка-трусишка забирает чемоданчик и убегает. Вы во второй тур не проходите. Во второй тур проходят только те собаки, которые показывают облайку. Второй тур собаку привязываете, говорите «охраняй», садитесь на стульчик. Я тянусь к вещи. Если собака меня укусит, вы... в призерах. Если собака не укусит, вы не в призерах. Понятно? Итак, первый участник, вы привязываете собаку, остальные все уходите туда. Дает голос. Этот уже конкурс, или как, я не знаю, даже сложно будет как-то комментировать. Очень он опасный. Собака несчастная. И опять ребята стали близко к сцене. Детей убирайте, пожалуйста. Отходите дальше, чтобы не случилось ничего непоправимого. Отходите. Как собака. Прям убирайте детей. Как собака. Да, так, учись, учи ему разуму. Собаки бывают кусачи, только в жизни собачи, только в жизни собачи. Видите, какое решение? Дали собаке команду «Охраняй», садитесь на стул, воришка, заходи, заходи туда, в калитку, охраняй, убежал, убежал. Собака. Все, воришка, трусишка испугался. Вы проходите следующий тур. Следующую собаку привязываем. Проходите сюда. Вещи собаку укладываем. Воришка, трусишка пошел. Залазишь через забор в калитку. Убежал, испугался, убежал. Молодец, вы проходите на следующий тур. Следующую собаку привязываете. Сюда проходите, кто прошел, проходите сюда. Дали команду «Охраняй». Садитесь на стул. Воришка, трусишка пошел. Забрал вещь. Вы, к сожалению, покидаете ринг. Следующую собаку привязываем. Подали команду «Охраняй». Садитесь. Воришка пошел. К сожалению, вы... нет, вы проходите.
Лучше поздно, чем никогда. Собака дала хозяину знать, что вещь украли, хозяин вызвал полицию. Возможно, что-то еще произойдет. Ну, все. Привязываем следующую собаку. Встали на стол, воришка пошел, испугался, убежал, похвалите собаку, вы проходите следующий путь. Еще? Вы были? Итак, из 5 собак, одна собака у нас выпала, остались 4 собаки. Сейчас проверим, может ли собака укусить. Следующий тур называется «Братва». Приходит братва. В качестве братвы буду я, с вашего позволения. Привязывайте собаку. Даете команду охраняй, садитесь на стул. Садитесь на стул. Живо собака выбивает. Вы выбиваете, и следующая собака выбивает. Вещь украдена. Собака не смогла укусить. Собака не смогла на него укусить, к сожалению, вы тоже выбываете. Итак, следующая собака. Неужели никто не дойдет до финала? Команда охраняй, идет братва. Заходит. В этом конкурсе. Давайте поддержим аплодисментами его. Остальным спасибо. Значит, еще, пожалуйста, которые прошли во второй тур, выйдите сюда на сцену. Вот. 4 вы собаки. Сейчас Маш, ты победитель. Вот из этих 3 собак школа охраняет, дает сертификат. На 2 месяца, на 3 месяца и на 1. Как вы думаете? Лучший сертификат на 3 месяца. Как вы думаете, кто заслужил? Это аплодисменты. Вторая собака. Третья собака. Еще раз. Это собака. Значит, сертификат на 3 месяца бесплатного посещения школы охраняй. Сертификат на 2 месяца бесплатных посещений. Пожалуйста, вам. И сертификат на 1 месяц. Пожалуйста, вам. Спасибо. Ну, давай.
может быть, вы обыкновите. Да. Вот это мягкий пример создаю. Чемпионата кусается, но недостаточно сильно. Да, первое место в нашей, конечно, Зара. Конкурс был действительно очень опасный. Все тут разбередили свои сердца и души. Бедные маленькие щенки еще так смотрят с такими грозными взглядами. Например, Тимоша, Тоша, да, помнишь? Он так смотрит, и бедных боится. А вот эти такие злые, большие, я думаю, да, вы можете спускаться вниз. Ребята, будьте осторожнее, потому что сейчас собачки особенно злые. И...